Крупное мероприятие состоялось к 130-летию со дня рождения певца Амрика Шаубаева и 50-летию поселка Акбулак, в котором он родился. В этом торжестве приняли участие представители Министерства культуры и спорта, руководитель областного отдела внутренней политики Нелли Краснобаева, первый заместитель председателя Восточно-Казахстанского регионального отделения партии Нур-Отан Ануарбек Мухтарханов, аким города Ермак Салимов, а также депутаты областного и городского маслихатов. Амрика Шаубаев – выдающийся певец, который познакомил весь мир с казахской культурой. В 1925 году на Всемирной выставке в Париже исполнив песни «Агаш аяк», «Канапия», «Жалгыз арша», он продемонстрировал искусство своего народа. Известный искусствовед Жаркын Шакарим впервые нашел звукозапись «Амре» с 1974 года во Всесоюзном кинофотоархиве в Москве. Жаркын Шакарим написал 7 книг об Амрика Шаубаеве, однако есть еще скрытые моменты из жизни певца, которые требуют исследований. Амре лично встречался с Мустафой Шокай. Он ветеран Алаша, однако он подвергался преследованию со стороны Российской империи. Из-за связи с алашординцами он подвергался пыткам. После этого Амре долгое время в тяжелых условиях так и умер. Торжество началось с возложения цветов к памятнику Амрика Шаубаеву в селе Акбулак. Здесь участники еще раз отдали дань памяти и уважения личности певца и его уникальному голосу. После этого в селе состоялся традиционный песенный фестиваль, который собрал исполнителей со всей страны. Это прекрасное мероприятие, на котором мы можем исполнять наши национальные песни. Думаю, было бы хорошо проводить их как можно больше, потому что мы могли бы вспоминать забытые песни. Таким образом, мы поднимем дух народа. Можно сказать, что это национальный той для всего народа, большой праздник для всех поклонников музыки и искусства, даже для тех, кто сейчас находится за границей. Впервые в рамках праздника был организован турнир по казакуресе. Из каждого региона страны участвовало 12 спортсменов. Сильнейшим оказался Мереке Турашев из аула Медео Абайского района. Также в этот день был организован аламан байге, победителю которого были вручены ключи от автомобиля. Сауле Байгалиева, Куаныш Смагулов, Ернур Калилов, телеканал Семей.